Сегодня Всероссийский день библиотек. Он отмечается с 1995 года, в день основания первой государственной библиотеки в стране. Указ о создании императорской публичной библиотеки в 1795 году подписала Екатерина II. Сегодня в Российской государственной детской библиотеке состоялась встреча представителей библиотек, Министерства образования и культуры и учителей. В ней также принял участие председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Перед заседанием участники посетили выставку «Открывая страницы детской литературы 1941-45 годов», которая сейчас работает в библиотеке. Во время Великой Отечественной выходили не только издания для детей о противовоздушной и противохимической обороне, но и такие, как «Тимур и его команда», «Необыкновенное приключение Деда Мороза», «Мой Дадыр». Сергей Нарышкин познакомился с маленькими посетителями библиотеки, а уже на встрече с библиотекарями шла речь о проблемах. В некоторых сельских библиотеках нет даже произведений Пушкина. Ощущается нехватка кадров. Вузы не выпускают детских библиотекарей уже 10 лет. Отдельно говорили о недочетах закона о защите детей от нежелательной информации. Так, не во всех библиотеках площадь позволяет разделять книги по возрастному цензу. Вы не первый, от кого я, естественно, слышу такие критические замечания в отдельных, так сказать, частях действия этого закона. Поэтому давайте-ка на площадке Государственной Думы проведем дискуссию по поводу того, а какие коррективы вот необходимо внести в этот закон на основании уже тех знаний, которые у нас есть.